подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня мы строим теплицу. Павильон. Павильон 2,5 на 6 метров. Идет процесс сборки бруса. Параллельно делаем торцы. Все движется, но потихоньку. Мы продолжаем строительство павильона. Каркас поставили, торцы, перегородка, все зашито, стену начали уже зашивать, докручиваются верхние прогоны. Тут все делается параллельно, пока один делает одно, другой делает что-нибудь другое. Тут у нас будет дверь купе, перегородка глухая. Вот стену уже нанизали полик. Сейчас пойду другую стену делать. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня павильон 2,5 на 7. С одного торца у нас установлены двери купе. Внутри теплицы имеется перегородка. Делит на 4 и 3 метровую секцию теплицу. Есть коньковая фрамуга на ручке. Сам каркас сделан из профильной трубы 20 на 40, стойкий 40 на 40, подпирающая арка из трубы 20 на 20, арка в виде ферм, покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители с каждой стороны. Также имеется у нас резиновый торцевой уплотнитель, декоративные прижимные уголки по торцам. Пойдем в ту часть посмотрим. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,7 плотность, торцы все запечатаны торцевым профилем. Здесь у нас распашная дверь двухстворчатая. Четырехметровый отсек, тоже есть коньковая фрамуга. Все стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью якорей. Симпатичная получилась у нас теплица. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.